Они следят за порядком 24 часа в сутки. В городе-районе все как на ладони. Только за прошлые 3 месяца камеры наблюдения зафиксировали около 600 правонарушений. Такие как ДТП, драки, нарушение правил общественного порядка, остановка и проезд в неположенном месте. За это время специалисты ситуационного центра обратились в службы МЧС, скорой медицинской помощи, полицию и пожарную службу. Благодаря подобному видеоконтролю удалось раскрыть многие нарушения закона. Для более эффективного реагирования на фиксируемые камерами правонарушения на совещании в администрации района было решено проводить совместное заседание представителей службы «Безопасный город» и полиции, в ходе которых они должны разработать план совместных действий.